Региональное управление ФСБ пресекло деятельность выходцев из Республики Таджикистан. Они были причастны к поставкам крупных партий героина из Москвы во Владимирскую область. Из незаконного оборота у них изъято несколько партий героина, общим весом почти 2 килограмма. Преступников уже осудили к длительным срокам. Один получил 20 лет колонии особого режима, еще двоим дали по 15 лет колонии строгого режима, четвертый участник банды лишился свободы на 7 лет. Приговоры уже вступили в законную силу. Сегодня неизвестный сообщил полиции по телефону, что в Доме молодежной моды на улице Мира взрывное устройство. Поскольку это учреждение находится на Добросельской, то проверять пришлось не только его, но и Дом культуры молодежи, который действительно стоит на улице Мира. Специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали оба учреждения. Взрывных устройств не обнаружили, а звонившего уже вычислили и задержали. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма полагается штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Полиция пресекла кражу электрокабеля. В Муроме на территории бывшей школы наряд заметил мужчину. Он копал траншею. Подойдя ближе, полицейские поняли, что молодой человек выкапывает из земли кабель. Он намеревался сдать его в пункт приема металла. Ущерб, который он успел причинить городской электросети, составил более 2000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Палатах открылась выставка, посвященная 40-летию первого международного космического полета по программе «Союз Аполлон». Это событие связано с нашим краем. Борт-инженером корабля «Союз-19» был наш земляк, уроженец города Вязники Валерий Кубасов. На выставке можно увидеть его комбинезон для предполетной подготовки, полетную куртку, шлемофон, авторучку, фотоаппарат, бывший на борту «Союза-19», образцы питания американских астронавтов, другие интересные предметы, фотографии, документы. Экспонируется и подаренный музею рисунок Алексея Леонова «Голубая земля». И завтра все желающие могут посмотреть на молодежь времен перестройки, что ее волновало, как она отдыхала. В рамках открытого кинопоказа фильм «Курьер» Карена Шахназарова. Начало сеанса в 21:30 на Никитском бульваре. Правила все те же. Коврики, чтобы удобнее сидеть, выдают под залог в размере 100 рублей. Пить и курить запрещено. Дети до 17 лет без взрослых на сеанс не допускаются.